конечно же, много людей на улице. Всем привет из вечного города. Мы с вами на площади Дель Пополо. Идем по улице Виа Дель Бабуина. Это видео попурри наших выходных дней, видеоколлаж. Прогуляемся по улицам, посмотрим витрины, проголосуем. И мы, конечно же, посетили посольство Российской Федерации в Риме. В Рим наконец-то пришла весна. Закончились дожди, и два дня назад поменялся воздух. Запахло весной. Я показываю, что в Риме уже много людей, туристов, потому что начался высокий сезон. Хотя в Риме всегда высокий сезон. Мы работаем без выходных. Посольство наше, была очень большая очередь. Посольство было оцеплено полицией, пропускали только с российскими паспортами. Джорджу отправили куда-то в другую сторону, сказали, итальянские мужья ждут там. Беспрецедентная явка, я просто вот посмотрела сегодня утром влоги из Лондона, из Берлина, из Бонна, из Германии. Везде была очередь, действительно, и женщины, которые долго уже живут в Италии, в Риме, сказали, что такого никогда не было. Так, проголосовали, можно и пойти погулять. Так, это Ринашенто. Очень, кстати, интересный Ринашенто, он немножко отличается от нашего. Очень короткий комбинезон, я считаю. Фальконери, это итальянский кашемир, пуро кашемир. Вот такие мокасины. А у них что-то новое, я видела, они мне присылали рекламу. Сумка Тотс. Ферретти. Альберто Ферретти. Красиво. Ой, я люблю вот эти вот украшения разглядывать. Смотрите. Сейчас очень в моде крупные браслеты и кольца. Особенности браслеты. Это такая платформа, мы это уже проходили. 1,80 м, я бы не хотела быть слишком. Красивый цвет, бордовый. Это новая модель. Гладиаторский, да? Очень римский. Это тоже новая. Красиво. И на танкетке тоже новые. Конечно, сейчас эспадрильи все делают. Значок Валентина. Это квест как Биркинсток. Вот настоящий Red Valentino. Красота.
за Оскаром подниматься на сцену можно со стразами. Здесь ремни, это, конечно, я считаю, что это слишком. Хотя, может быть, если талия... Захватывает от этой колонны Марка Аурелия. Il negozio della Roma Calcio, questa associazione sportiva Roma Store. Questa è la seconda maglia della Roma. Questa mi piace. Molto bella, molto elegante. E poi mi piace molto lo stemma, il logo, che quello è il logo proprio originale Lupa. della Valcizza. Roma. Da, voi vedete. Giorgio говорит, это, ну, это магазин, а с Roma Store, и здесь продается сувенирная продукция футбольного клуба «Рома». Очень элегантно. У них обычно они играют в бордовых. Вот это черное красивое. Condimento. Condimento. Salata. Grazie.